Казалось бы, что все виды транспорта уже придуманы, и незачем заново изобретать велосипед, когда существует столько вариантов средств передвижения. Но все же изобретатели не остановились на достигнутом и усовершенствовали транспортное средство с одним колесом. Современный моноцикл компактных размеров можно переносить в одной руке, как кейс. В этом видео мы собрали 5 лучших моноколес, которые можно найти на AliExpress. Самобалансирующееся электроколесо Ninabot One Z10 весит 24 кг, диаметр широкой устойчивой шины 45 см. Моноколесо в зависимости от выбранной покупателем модели разгоняется на ровной местности до скорости 35-45 км в час, способно подниматься в гору под углом до 25 градусов. Впереди имеется мощная фара, сзади габаритные огни, которые светятся разными цветами по выбору владельца. Также можно подключить светодиодную подсветку колеса. Зарядки аккумуляторной батареи хватает до 90 км. Моноцикл изготовлен из прочного пластика под карбон черного цвета. Эргономичные педали отделаны противоскользящими накладками, чтобы ноги не соскальзывали во время движения. Небольшой цифровой дисплей показывает уровень зарядки. Моноколесо InMotion V8F относится к свежим новинкам. Моноцикл обладает компактными размерами, весит 14,5 кг, диаметр колеса 40 см. Разгоняется до скорости 35 км в час по прямой дороге. В гору поднимается под углом не больше 30 градусов. Заряда встроенной батареи хватает на 55-60 км. Уровень зарядки аккумулятора можно отслеживать на цифровом дисплее. Для путешествий в темное время суток предусмотрены фара спереди и габаритные огни сзади. Также на боковых сторонах корпуса размещена светодиодная подсветка, работающая в нескольких режимах и меняющая цвета. Грамотное распределение силы тяжести моноколеса позволяет проделывать различные трюки. Эргономичные подножки с противоскользящим покрытием надежно удерживают стопы даже во время экстремального вождения. Моноцикл Gateway Nicola Plus с мощным двигателем на 2000 Вт станет надежным средством передвижения не только по асфальту, но и по грунтовой дороге. Моноколесо на ровной местности способно разгоняться до 50 км в час и подниматься в гору под углом до 25 градусов. Заряда аккумулятора хватает до 60 км пробега. Устойчивое колесо шириной 10 см и диаметром 43 см обеспечивает отличную балансировку. Ребристые протекторы создают хорошую устойчивость транспортного средства даже на мокрой дороге. В корпус встроены два аудиодинамика, через которые можно слушать музыку со смартфона. При движении по желанию включается светодиодная лента, размещенная по контуру корпуса. Спереди и сзади встроены фары для безопасного передвижения в темное время суток. Компактное одноколесное транспортное средство Daibo 350 с диаметром колеса 35 см стоит недорого, выполнен в стильном модном дизайне. Весит всего 12 килограммов, достаточно мобилен, благодаря чему пользуется спросом среди молодежи. Моноколесо можно переносить или катить за выдвижную ручку. На прямой дороге моноцикл разгоняется до 30 км в час. Пробег без подзарядки составляет 15-20 км, аккумулятор заряжается за 2 часа. Корпус изготовлен из прочного пластика с пленочным покрытием. Продавец предлагает на выбор покупателя 16 вариантов дизайна. Также есть модели с Bluetooth-динамиком. Усиленные подножки, изготовленные из алюминиевого сплава, обеспечивают безопасность. Встроенный 6-осевой гироскоп хорошо поддерживает равновесие. Моноцикл Daibot 800 с алюминиевым рулем и удобным регулируемым сиденьем с силиконовой подушкой подходит для комфортного передвижения по городу и для загородных поездок. Вакуумная 10-дюймовая пневматическая шина шириной 16 см обеспечивает хорошую устойчивость и проходимость. На моноскутере можно ездить даже по песку.
Спереди на корпусе находится система механического запуска двигателя с ключом зажигания. По бокам расположены складные педали. Максимальная скорость моноцикла не более 30 км в час, угол подъема до 15 градусов. Заряда батареи хватает на 30 или 60 км. На этом все. Все ссылки на товары из этого видео находятся в описании.